Всем привет! Вы на YouTube канале Аксель Франк "Жизнь в Австрии". А сегодня у нас разговор для эмигрантов, эмигрантов из России, которые сейчас сталкиваются с целым рядом проблем. И вот я отвечу на некоторые вопросы на три группы вопросов: с чем приходится сталкиваться вот в нынешних условиях россиянам, которые надумали эмигрировать или уже находятся за границей. Тубы. бы эмигрировать, чтобы получить вид на жительство в какой-то стране, в эту страну надо въехать по иммиграционной визе. То есть, еще раз, если вы приехали как турист, например, в одну из стран Евросоюза, то подать заявление на вид на жительство, на какое-то пребывание вы не можете. Вы сначала должны, вот в случае граждан России в России, обратиться в консульство страны, в которую вы хотите приехать, где бы хотите получить вид на жительство. И там получить так называемую иммиграционную визу, визу типа D. А, соответственно, те, кто сейчас бежал из России по поводу мобилизации после начала войны, а кто находится уже в, например, европейских странах, вот, они сталкиваются с проблемой, что они не могут подать на иммиграционную визу. Есть исключения редкие. Например, ну, заявление на болгарскую иммиграционную визу можно подать в Стамбуле, в Турции. То есть вот этот вопрос, который вы изучите, пожалуйста, тщательно. Вот если вы планируете получить вид на жительство, откуда именно вы сможете подать заявление на визу Д? В случае некоторых стран может оказаться, что единственный вариант это вернуться в Россию, подать заявление на визу там. А, ну, понятно, для тех, особенно для лиц мужского пола, этот вариант неприемлем. С этим сейчас уже сталкиваются многие. Поэтому я просто вот говорю, как есть. То есть этот вопрос или трудно решаем, или не решаем вообще. Далее, следующее это обмен паспорта. Раньше с этим было все без проблем, просто, если вы имеете вид на жительство там или ПМЖ или гражданство в какой-то стране другой. И у вас при этом сохраняется российский паспорт. Вы могли всегда произвести его обмен. Ну, например, вот российский паспорт истек срок загранпаспорта за его надо поменять. Никаких проблем, вы обращались просто в консульство России в стране, где вы живете, с заявлением и дистанционно все, все вам менялось вообще без проблем. Сейчас совсем не так. Сейчас вы сталкиваетесь с ситуацией, что вам могут предложить приехать в Россию лично это сделать. Особенно касается, опять же, лиц мужского пола, призывного возраста. И вы получаете, вы оказываетесь в некоторой безвыходной ситуации. В чем безвыходность ситуации? В том, что если у вас не гражданство в стране, в которой вы живете, а вид на жительство или ПМЖ, то вы обязаны иметь паспорт той страны, откуда вы приехали, в данном случае России. То есть, если у вас истекает российский паспорт, вам не продлят вид на жительство. Понимаете? Вам его просто не продлят. Для того чтобы вид на жительство вам продлили, у вас должен быть актуальный действующий непросроченный паспорт страны, откуда вы приехали, гражданином которой вы являетесь. А вот это очень мощное такое средство давления на тех, кто вот поуезжал от призыва, как бы думает, что он спрятался. Но вы можете столкнуться с ситуацией, что вам придется вернуться. Потому что без продления ВНЖ вы должны будете покинуть территорию той страны, в которой живете. Поэтому, если вам до продления, если ваш паспорт действует еще там, года 3-4, то есть если у вас еще есть какое-то время, время об этом подумать, озаботиться. Вот никто не знает, чем вот эта война и когда и как она закончится. Ну, такой тяжелый вопрос. И надо подразумевать худшее, что Россия в этой войне не проиграет, что режим в этой после вот в ближайшее время не сменится и что все останется вот в таком состоянии, как сейчас. Вот в плане российской внутренней политики, в российской внешней политики. Соответственно, если вы не найдете решение этого вопроса, то к моменту обмена вот, срока обмена паспорта, ну, с большой вероятностью вам придется возвращаться в Россию. Вот. Поэтому думайте, думайте заранее, какие варианты вы можете найти. Потом следующий момент. До войны был такой простой вариант получения вида на жительство, это через покупку недвижимости. Да, в странах Балтии такое было, вот в Латвии там практиковала, в Болгарии, на Кипре, ну, во многих странах, Португалии, там сказать, во многих странах была возможность получить вид на жительство через покупку недвижимости. Сейчас с этим возникли проблемы. Это был такой простой вариант, ну, купил и все, вот купил, вот тебе вид на жительство. Не надо там фирму организовывать, показывать какие-то доходы, не надо показывать свои какие-то там, не надо нанимать местную рабочую силу, ну и так далее, так далее. Все, все вот эти проблемы, трудности, которые связаны с эмиграцией по бизнесу. Вот. Все было просто. Вот купил в Болгарии, например, да, 600 тысяч лев вот на сумму более 600 тысяч лев купил, вот вид на жительство. На Кипре там более 300 тысяч евро купил, все, получаю вид на жительство. Да, все великолепно. После начала войны, вот в течение 22 -го года и начала 23 года, приостановили вот эту возможность для россиян, именно для российских граждан, получить вид на жительство через покупку недвижимости. Вот Германия, США, Португалия, вот, Мальта, Канада, Чехия, Великобритания, Греция, ну, страны Балтии, само собой. Во многих, во многих Странах. Хотя по закону все вот это остается, то есть закон об иностранцах этих стран, он продолжает содержать вот этот пункт как возможность. Но де факто россиянам в очень многих странах вид на жительство давать перестали. Продолжает давать Кипр, ну там вот сумма покупки свыше 300 тысяч евро. Есть Сербия, Черногория, Турция, Эмираты. Таиланд, Азербайджан, ну, такие вот страны, которые не факт, что очень интересны в плане вот жизни там. Поэтому, если вы не успели, вот узнавайте внимательно, вот если вы планируете какую-то страну, где было, в общем-то, не так дорого, и все вот как-то вам подходило, узнайте, сохранилось ли право на вид на жительство. То есть, может оказаться, что для людей с российским паспортом эта возможность уже не действует. Еще одна серьезная проблема, с которой сталкиваются потенциальные мигранты, ну те, кто хотел по каким-то инвестиционным основаниям, даже по бизнесу, по какому-то серьезному. Дело в том, что сейчас, во-первых, большие ограничения по возможности открыть счет в банке. То есть, если человек с русским паспортом приходит, с ним просто не разговаривают в большинстве стран. То есть, очень проблемно открыть счет. Без открытия счета, соответственно, вы ничего не можете сделать. А кроме того, ограничена сумма перевода. Вот это еще один момент. То есть, если у вас счет есть, и вы как бы хотите вот перевести деньги, вот эту инвестицию какую-то сделать, то, как правило, вот сейчас ограничение 100 тысяч евро. Минимум для вот какого-то статуса, для какой-то резиденции начинается от, от 250 тысяч евро. То есть вы элементарно не можете перевести себе каким-то вот разумным белым способом деньги. Если вы их переведете не белым способом, возникает вопрос доказательства легальности этих средств, но возникают другие проблемы. Еще раз похвалю себя за прозорливость в некоторых вопросах. Вот. Еще раз отсылаю к моему видео от апреля 2021 года ну, то есть, почти за год до начала войны. У меня на канале вышел ролик: Уезжай, будет поздно. Вот. Я объяснил, что если вы сейчас, вот если вы планируете эмигрировать, если у вас какие-то планы есть, у вас, у вас времени уже ноль. То есть это надо делать сейчас. Если вы немножко с этим делом затянете, у вас возникнут проблемы. Ну, вот то, что мы сейчас и видим. Тем не менее, какие-то возможности остались, поэтому если у вас понимание есть, что в России перспектив на ближайшие там, пару десятилетий нет никаких. Ну, пытайтесь, пытайтесь. Все стало гораздо труднее, но еще не безнадежно. Ладно, на этом все. Пока-пока.